эфире программа «Новости 24 часа» в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Астана принимает президентов стран ЕАЭС. О первой встрече в верхах на полях саммита Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым и деталях предстоящего заседания глав государств из Казахстана. Евгений Пустовой. Высший пилотаж и ювелирная работа. Белорусские кардиохирурги осваивают сложную операцию. О том, как пациенты получают новую жизнь, Юрий Прокопенко. Сколько мы тратим на образование и отдых, и какой кредит выдадут белорусу со средней зарплатой в 7 миллионов? Об этом и не только через несколько минут. В экономическом обзоре Юрий Тоболин. Впереди взрослая жизнь. Последний звонок прозвенел в белорусских школах и гимназиях. С главными гостями праздника, выпускниками, пообщалась Анастасия Винчо. Беларусь-Казахстан. Тема стратегии партнерства по этой линии звучала сегодня на переговорах в Астане, где президент Беларуси в эти дни с официальным визитом. Сегодня Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Во время общения главы государства обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Но стоит отметить, что самым насыщенным переговорным днем станет именно вторник. Завтра в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. О том, как идет подготовка к нему, а также подробности понедельника у Евгения Пустового. Байтерек – символ Астаны современного Казахстана. По легенде, под тенью этого мифологического дерева птица Самрук выводит потомство для всеобщего благополучия. Для благополучия стран ЕС сюда в Астану слетаются президенты 5 государств. Казахстан принимает Высший Евразийский экономический совет. Международный аэропорт Астаны первым приземляется борт номер 1 из Беларуси. Александр Лукашенко в Казахстане не первый раз. С каждым новым полетом поднимается совместный товарооборот. По итогам прошлого года он достиг 1 200 000 000 долларов. Это в 3 раза больше, чем 5 лет назад. Но вот этот год внес свои коррективы. Оба президента говорят о падении спроса и потенциале, который надо использовать. В связи с ситуацией на международных рынках, в соседней России, в Украине, а это все-таки наши главные партнеры, основные, у вас, у нас ситуация складывается непростая в Казахстане, насколько я знаю, и в Беларусь, тем более. И наш такой доверительный, дружеский разговор, он всегда пользу приносил. И я думаю, мы сегодня договоримся, как выходить из этого положения, потому что по прошлому году у нас товарооборот на 40% снизился в связи с этим, по этим причинам. В этом году 46% снижения. То есть нам пока не удается в обратную сторону запустить процесс. А мы обязаны это сделать, никуда не денешься. И мы близкие, родные государства в одном экономическом пространстве, союзе сегодня существуем. И нам, конечно, надо фундамент наших отношений, торговлю, экономику подтягивать. Тем более мы с вами в свое время определили пути, по которым мы должны двигаться, и немало сделано в этом направлении. Ему нужен какой-то глоток воздуха новый, и мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и правительству, и сами подтолкнуть наши отношения, чтобы быстрее выйти из этой ситуации. Казахстан один из 3 крупнейших партнеров экономического сотрудничества в Беларуси. И благодаря вашим, моим усилиям в последние годы создано много совместных предприятий. И товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но я думаю, это не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились. Кризис вечно не бывает, но то, что мы с вами вместе имеем общие взгляды на вопросы интеграции, и у Беларуси и Казахстана многое совпадает. Даже в евразийском формате у Беларуси и Казахстана более тесные взаимоотношения. Минск и Астана стояли у истоков создания таможенного союза, Евразийской экономической комиссии, а затем и ЕАЭС. Сейчас уже среди 5 государств, членов международного образования, наши страны – ворота Евразийского экономического союза. Мы вас поддерживаем в Организации Объединенных Наций по глобальному документу, манифесту, который выдвинут вами. Здесь абсолютно нет никаких вопросов. Научно-технической сферы –
ведем переговоры, думаю, мы пройдем к соглашению ко времени вашего визита, сотрудничество в космосе и так далее. Очень много направлений, и мы готовы в этом направлении с казахстанской стороной работать. У Минска и Астаны схожие позиции и по ряду инициатив в рамках транснационального образования. Консолидированную позицию президенты будут придерживаться и завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Среди основных тем – присоединение к зоне свободной торговли ЕАЭС Вьетнама и Сербии и создание унифицированных рынков энергоносителей. А сегодня главы государств обсуждали проекты между двумя странами. Итогом двухчасового коммюнике стала договоренность перезагрузить отношения и разработать дорожную карту сотрудничества не на 2 года, как было раньше, а на целое десятилетие. От производств дорожной техники до космических проектов. В настоящее время создается новое производство коммунальной техники в свободной экономической зоне Астаны. Второй проект – производство, которое создается в Капшитау по сборке сельскохозяйственной техники широкой линейки. Следует рассматривать также и перспективу работы совместной для третьих стран. Поэтому, скорее всего, и перезагрузка будет основываться на создании таких вот совместных производств уже нового качества, которые будут конкурировать с зарубежными компаниями. Сотрудничать с ЕАЭС готовы уже около 40 стран мира. Предложение о интеграции первым в свое время высказал Александр Лукашенко. Евгений Постовой, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Казахстан. Сегодня в Минске встретились участники 5-го Всебелорусского народного собрания, которые представят на нем белорусскую столицу. Делегатов выбрали во всех районах города. Это люди самых разных профессий, должностей, депутаты, руководители министерств и предприятий, госслужащие, рядовые, труженики. Всего 400 человек представят интересы Минска на форуме, который пройдет 22-23 июня. Итак, какие темы собираются инициировать минчане на народном вече, выяснилось. Екатерина Жилянина. Еще какие варианты у кого-нибудь есть? Так, добро працовать. Вместе с пятиклашками Ольга Григорьевна сегодня определяет фразеологизмы. Уже в июне на масштабном форуме будет определять с коллегами новые формы работы. Педагог столичной школы говорит и о престиже своей профессии, и об ответственности родителей за обучение собственного чада, и о том, нужны ли на самом деле старшеклассникам репетиторы. Общество, оно должно понимать, что профессия учителя, она важна на сегодняшний день. Каждый учитель должен соответствовать своей профессии. Если он выбрал профессию учитель, значит, он должен ему этому слову соответствовать, он должен делать все для того, чтобы эта система развивалась, развивалась успешно, и чтобы дети, они смотрели на учителя с восхищением. Качественный товар и точный вес в пачке сахара должен быть килограмм. На вес золота на народном вече каждое рациональное предложение. Взвешивать их за и против будет и Елена Васильевна, начальник фасовочного цеха. Она не понаслышке знает все об экономике предприятия. Работают стабильно. Стабильная зарплата, полная загрузка. Расширение ассортимента – это и новые места, и новое оборудование. Обеспечивать такую завидную стабильность, пожалуй, и есть главная задача на пятилетку. Ищем более качественное сырье и более, чтобы выгодно, соответственно, по цене нам было. Это все, конечно, складывается в нашу экономику. В этом году приобрели оборудование по фасовке сахара пакетик «Стик». И также приобрели оборудование по фасовке мака. В связи с этим обеспечить бесперебойную работу и, значит, создать новые места трудовые, чтобы люди были полностью заняты. Поставить на рельсы локомотив белорусской промышленности. Директор вагоноремонтного завода со знанием дела рассказывает, как сделать так, чтобы состав развивал скорость на пару десятков километров выше прежнего. Придать ускорение отечественному бизнесу – одна из основных задач на ближайшую пятилетку. На народном вече этому вопросу придаст особое значение опытный руководитель. Нас интересует обозначение государственной промышленной политики, расстановка приоритетов в развитии и преобразовании промышленных предприятий, не только крупных наших гигантов, брендовых предприятий, но и, конечно, средних и мелких предприятий. Город Минск за последние 5 лет привлек 7 миллионов долларов прямых инвестиций. Экспорт увеличился в 1,5 раза. Впрочем, на ближайшую перспективу показатель планируют по крайней мере удвоить. Столица с делегатами на народной вече уже определилась. Тот контингент участников делегатов собрания, он по
позволит в полной мере представить интересы как государственной власти, так и промышленного сектора, так и частного бизнеса. Здесь сегодня от руководителя до простого рабочего. Я думаю, что минчанам есть что сказать на пятом всебелорусском собрании. Кстати, 30% столичных делегатов – женщины, 87% имеют высшее образование, 11% – ученую степень. Средний возраст – от 41 до 60, но попадут на собрание 12 студентов. Всем им, а также представителям других регионов предстоит решать серьезные задачи. Программа развития, которая будет представлена на Народном вече, сейчас проходит доработку. Буквально сегодня мы говорили о зеленой экономике как одной из приоритетных направлений. Конечно, приоритет – благосостояние наших граждан, повышение благосостояния наших граждан, ну и, несомненно, развитие социальной политики нашего государства. Перспективное направление – это, конечно же, экономика. Поэтому я думаю, что самые жаркие дискуссии будут по этому вопросу. Я очень надеюсь, что придут интересные люди со свежими идеями, которым будет что сказать нации. До Белорусского всенародного собрания остается меньше месяца. Екатерина Желянина, Михаил Потягов, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. И в продолжение темы о Всебелорусском народном собрании, которое, правда, озвучивалось на предыдущем форуме, а в этой пятилетке получило реальное продолжение. Речь о высокотехнологичной медицине, которая пришла в регионы. Могилевские кардиохирурги вслед за столичными медиками освоили новый вид операции на сердце – пластику митрального клапана с минимальным вмешательством. И для пациентов это очень важно, ведь в спасении жизни роль играет каждая секунда. В дела сердечные вникал мой коллега Юрий Прокопенко. Первый пациент, которому в Могилеве сделали уникальную операцию на сердце, 37-летний мужчина. Пластика митрального клапана с минимальным вмешательством. Такого здесь еще не делали. Никаких глубоких и широких разрезов. Хирург работает скальпелем через пищевод пациента. Вот уж где точность. Для хирурга делать ее сложнее намного, чем открытую операцию большую. А для пациента, ну, естественно, выход намного легче послеоперационный период, меньше количество осложнений. Операции на сердце провели и двум этим женщинам. Самочувствие впервые за долгие годы отличное. Их уже готовят к выписке. А ведь не так давно их жизни были под угрозой. До операции не могла пройти 15-20 метров. У меня была сильная одышка, сильные боли были. Я останавливалась. Всем докторам очень большое спасибо. Тут золотые руки. У них просто все доктора от Бога. Обе женщины ждали плановой операции на сердце около полугода. Это немного. Еще несколько лет назад так называемый лист ожидания составлял 3-4 года. И ехать нужно было в столицу. Сейчас в Могилеве научились делать все основные виды хирургических вмешательств на сердце. Новый вид операции в Могилевской областной больнице стали осваивать после того, как сюда поступил аппарат УЗИ экспертного класса. Материально-техническая база, подготовка специалистов в областной больнице готовы для оказания медицинской помощи пациентам по основным нозологиям специализированной помощи, практически не уступая никакой из клиник города Минска. Одна операция на сердце обходится примерно в 50-60 миллионов рублей. А здесь, только в Могилеве, их делают по 1000 в год. И все за счет бюджета. После операции практически всем, если даже была группа снимается инвалидности. И человек дальше, ну, кормит свою семью, работает. Он нормальный, абсолютно нормальный человек в обществе. В деле спасения сердец могилевские кардиохирурги готовы идти дальше. Чтобы до минимума сократить очередь плановых пациентов, нужна вторая операционная. И разговоры о ее появлении уже ведутся. Юрий Прокопенко, Василий Лысенков, телекомпания СТВ, Могилев. Белорусы не жалеют денег на образование, отдых и благотворительность. Таковы данные исследования отечественных интернет-пользователей. Насколько мы стали больше тратить, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, вам слово. Добрый вечер, Юлия. Хобби и повышение квалификации – вот основные программы обучения, за которые белорусы готовы платить. На онлайн-курсы наши пользователи за 2 месяца потратили в среднем 568 тысяч рублей. Это в 2 раза больше, чем год назад. Существенно выросли траты на железнодорожные и авиабилеты – в 2,7 раза. Средний платеж сегодня составляет чуть более 4 миллионов рублей. Аналогичным образом увеличились отчисления на благотворительность. Они составили 230 тысяч.
Мазман продается. Столичный автозавод предлагает 3900 акций или без малого 45% уставного фонда белорусско-германской компании. Общая стоимость пакета – 1 808 тысяч долларов. Будущий владелец имеет право на полугодовую рассрочку. Однако акции перейдут на его счет лишь после полной оплаты их стоимости. Максимальный потребительский кредит при средней зарплате в Беларуси – 50 миллионов рублей на один год. Сегодня банки предъявляют клиентам стандартные требования – это наличие паспорта, справки о доходах за 3 месяца. Кроме того, кредитополучатель должен иметь непрерывный трудовой стаж не менее 1 квартала. Рассчитывают финансисты максимальный размер по-разному, однако есть общий алгоритм. Например, из средней зарплаты, она на сегодняшний день составляет 7 миллионов рублей, вычтут бюджет прожиточного минимума, платежи по иным кредитам, возможно, коммуналку и оплату услуг связи. Оставшиеся суммы и есть тот максимальный платеж, который вы можете погашать ежемесячно. При этом средняя ставка по потребительскому кредиту сегодня 34-37%. Черчилль в пластике. В Великобритании презентовали новый дизайн 5-фунтовой купюры. Банкноты будут выпускать из гибкого полимера. Их нельзя разорвать, но можно постирать. Также материал обладает грязи- и влагоотталкивающими свойствами. Сами банкноты на 15% меньше размером по сравнению с бумажными. 400 миллионов купюр поступит в оборот этой осенью. К слову, купить фунты в Беларуси сегодня можно по курсу 29 300. Что касается корзины валют, то начало недели отмечено снижением курса евро. По итогу торгов на бирже европейская валюта подешевела на 36 рублей. Официальный курс на вторник – 22 001 рубль. Доллар вырос на 76 пунктов. По Нацбанку на завтра – 19 788. Российский рубль также укрепился на 59 сотых. В последний весенний день будет стоить без малого 300 белорусских. И таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Юлия. Спасибо, Юрий, и к другим темам. Финансовая диета, чтобы не столкнуться с экономическим голодом. В Минске прошла презентация англоязычной версии книги Кирилла Рудова о том, как реформировать систему государственных финансов и рационально тратить бюджетные деньги. Под обложкой нового издания отдельно рассматривается вопрос частных и иностранных инвестиций. И, кстати, отдельный вариант книги на английском языке был создан именно для потенциальных партнеров нашей страны. Русскоязычный вариант был слишком большой, я так полагаю, для иностранного читателя. Поэтому это сокращенный вариант, он немножко обновлен, но, тем не менее, более адаптированный для зарубежных, я думаю, инвесторов. Это, может, даже другой взгляд на белорусские проблемы экономические, которые есть, и определенные предложения, концепт, как их решать. И к событиям в мире. Пригород Багдада сотрясла серия мощных взрывов. Экстремистская атака унесла жизни нескольких десятков человек. Около полусотни ранены. Бомбы в легковых автомобилях сдетонировали в 2 шиитских кварталах. Ситуация в Ираке в последнее время крайне напряженная. Часть территории под контролем удерживает террористическая группировка «Исламское государство». И сегодня вооруженным силам страны удалось освободить один город, ранее захваченный боевиками. В аэропорту Кёльна на несколько часов были приостановлены все полеты. На такую крайнюю меру службы безопасности пошли из-за возможной террористической угрозы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который, минуя металлоискатели и процедуру досмотра, проходит в зону вылета. Все пассажиры были вынуждены пройти повторный досмотр. На данный момент мужчину задержали. Его допрашивает полиция. Отмечу, что воздушная гавань Кёльна неоднократно упоминалась в интернете исламским государством как одна из вероятных целей экстремистов. Добавил паники и тот факт, что на протяжении полугода на сайте аэропорта висел секретный план. В нем пошагово описывались действия сотрудников в случае террористической угрозы. Непогода в Германии унесла жизни 4 человек. На кадрах видно, как в потоке воды и грязи сносят не только автомобили, но и даже гаражные домики. Некоторые строения из-за подтопления уже начали разрушаться. Уровень воды в ряде мест превышает 1,5 метра, а скорость потока в несколько раз больше скорости горных рек. Мощный ливень с ураганом обрушился и на Харьков. Буквально за считанные минуты автомобили наполовину погрузились в воду. Дороги превратились в бурлящие потоки рек. Ветер выворачивал деревья и дорожные знаки. Пострадало несколько строений.
В Беларуси сегодня вспоминают одну из самых трагичных дат в современной истории. 17 лет назад в результате давки в подземном переходе на Немиге погибли 53 человека. Десятки получили травмы. В тот день, 30 мая 1999 года, в Минске проходил праздник пива. ЧП спровоцировал внезапно начавшийся дождь. Чтобы скрыться от него, 2000 участников гуляний направились к подземке. Сегодня же к мемориалу в памяти о погибших несут цветы, в переходе зажжены лампады. Эта трагедия помнится, как сейчас. Очень много просто в безумстве погибло людей, молодежи. И это сейчас отголосками звучит в нашем сердце. Сегодня 150 тысяч выпускников 9 и 11 классов услышали свой последний звонок. Школы, гимназии, лицеи выпустили новое поколение учеников. Торжественные линейки прошли по всей стране. Правда, для выпускников каникулы начнутся еще не скоро. Впереди экзамены в школе и централизованное тестирование. А уже скоро, пожалуй, самое долгожданное событие – выпускной бал. Планами и надеждами выпускники поделились с Анастасией Винчо. Более 2500 в году, но этот самый важный последний звонок сегодня звенит во всех школах страны. На каждом празднике выпускники удивляют по-своему. Зажигательный твист, заводные буги-вуги и смелый рок-н-ролл. Музыкальное попурри от выпускников 2016-го стало гвоздем этой программы. От ритмичных мелодий к вечной классике под знакомые три четверти одиннадцатиклассники кружили в бальных платьях и фраках. Последний звонок сегодня звучал более 3000 раз. Именно столько школ и гимназий проводили торжественные линейки. И на каждом празднике слезы и смех. Прощание со школой – это всегда смешанное чувство. Нет ощущения, что школу закончил. Хочется еще немножко здесь даже поучиться. Захлестывают эмоции. Некоторые даже плакали, я сама видела. Вот и самой слезы тоже на глаза накатывали, когда слова говорили учителя, потому что мы их очень сильно любим. Слова только подтверждали охапки цветов и крепкие объятия. Учителя, как вторые мамы, и переживают вместе со своими детьми. Это по-настоящему мои дети. Не было сил сдержать вот эти слезы, слезы радости от того, что они уходят. И я еще не могу привыкнуть к той мысли, что вот 1 сентября уже придут другие дети. И подрастающая смена уже наступает на пятки. Первоклашки сегодня не менее почетные гости. Для малышей это первый последний звонок. Особенно мне понравилось вальс и танец, где танцевали 11-классники. Мне больше всего понравилось, как запускали шары. Правда, несмотря на символичный последний звонок, вернуться в школу выпускникам еще придется. Впереди экзамены. Последний из них пройдет 11 июня. О предстоящих испытаниях ребята не забывают и во время праздничной эйфории. Волнуюсь, потому что решается мое будущее. Нужно взять себя в руки, и все отлично получится. Очень много времени ушло на подготовку. Поддерживают родители и классный руководитель. Последний звонок по традиции дадут в конце торжества. Этот тандем из разных поколений еще раз нам между строк скажет: жизнь в школе не закончится никогда. Анастасия Винчу и Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. И последнее, так сказать, на заметку стоматологам. Отец-летчик вырвал своему сыну зуб, привязав его к вертолету. Операция прошла успешно, а главное, зрелищно. Креативный пилот уверен, что не мог причинить вреда своему ребенку. Он опытный специалист, не раз поднимал машины в небо. На видео заметно, что мальчик Рахим совсем не волнуется. Чего не скажешь, наверное, о зрителях этого трюка. Кстати, о них. В интернете видео уже посмотрели сотни тысяч пользователей. Конечно, я не только летчик, но в первую очередь отец. Поэтому уверяю вас, ребята, что все было безопасно. Вертолет я поднимал вдали от людей, не имеющих отношения к нашей зубной операции, и постоянно контролировал ситуацию. То, что мы сделали сегодня, было на высоте и в отношении веселья, и в отношении безопасности. На этом пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. В студии работала Юлия Александрова. Итоги понедельника мы подведем в 22:30. Я прощаюсь с вами до этого времени, а пока желаю не скучать.